Рассказ называется «Ужасы секса». Самое неприятное, друзья мои, это рассказывать что-то тупым. Они, тупые-то, пугаются не там, где надо, и смеются ни к селу, ни к городу. И главное, очень скоро начинают на тебя смотреть, как на тупого. Вот к нормальным людям зайдешь, скажешь им: «Вчера видел триллер «Укус мертвеца». Сразу интерес какой-то живой, и стол накроют, и выпить нальют. А вот на днях тупым попал». Говорю им: «Недавно видел фильм американский «Ужасы секса». Так вы знаете, никто даже ухом не повел». Хозяйка, спокойная такая женщина, говорит: «Ну а что страшного-то может быть?» А я им говорю: «Так это же не наш секс. Нашего-то чего пугаться? Наш и вскрикнуть ты не успеешь, его уж и нет. А это американский. Там безобразие на безобразии». Ну, думаю, сейчас у них глаза загорятся, стол, может, накроют. Ну, а хозяин тоже спокойный такой, говорит минут через 5: «Так если безобразие, не надо и смотреть». И я понял, к тупым попал. А они поняли, тупой к ним пришел. Ну, тогда я пошел ва-банк, говорю: «Так закручена-то лихо». Она его привязала к спинке кровати, к ножкам электричество подвела, сама за люстру уцепилась и над кроватью раскачивается туда-сюда. Минут через 10 хозяин говорит: «Зимой дело было». «Ну почему зимой-то? Ну а зачем электричество тогда к кровати?» «Да при чем здесь электричество?» «Не знаю, может, чтоб теплее стало». «Да это не для тепла, это ж для секса». Ну, помолчали минут 15. Хозяйка спрашивает: «Так а какой же тогда это секс, если она на люстре висит?» А потом вдруг руками так резко всплескивает: «Господи, господи, дети войдут, мать на люстре, отца током бьет». Тогда я говорю: «Какие дети? Они сами еще в школу ходят». Хозяйка сползла на пол, хозяин набычился. Я понял, стол не накроют. Ну и что-то меня понесло. Они тупые были, по 3 года в одном классе. Прям жалко их. И тут еще без стука сосед вошел. Ну тоже тупой. Дверь не закрыл. С улицы заглядывают все, на жену смотрят. Хозяйка спрашивает: «Так а разве она жена ему?» И вижу, переживает она очень за героев-то. Думаю, может, они не американский кинематограф любят, а наш, где все не на мордобой рассчитано, а на сострадание. Тогда говорю: «Да, да, да, она жена ему, а он ейный законный муж. Сироты оба, ни отца, ни матери. Дядька у них был один, да в него метеорит попал. А теток молью побила. У обоих рахит, куриная слепота. А сегодня вот у них первая брачная ночь». Хозяин отвернулся тогда, вытер украдкой слезы и спрашивает: «Так что, не сладилось у них?» «Не, говорю, где уж там, полна ж комната людей». Хозяйка тогда поднялась, отряхнулась, вот ужас-то, и начала накрывать на стол.